Привет-привет, друзья мои! Снова с вами я. А вот сегодня я вас привела снова на наш пляж в Райде. Замечательный. Сейчас у нас прилив, большая вода. Вот. Если вы видели мои ролики до этого, то вы уже, наверное, отличаете наш Райд. И наш пролив Соланд, вот видите, напротив видно мейнланд, и наш пролив очень даже не широкий, в отличие от пролива Ла-Манш, который я вам показывала в прошлые ролики. Но тем не менее, вот здесь вот мне пляжи больше нравятся, здесь волн очень мало, здесь всегда вода теплее, потому что, как понимаете вы, здесь мельче вода, она прогревается лучше. Вот я когда гуляю по пляжу, я вот иногда собираю ракушечки. Вот они в основном вот такие, видите? В основном такие ракушечки. Большие, средненькие. Вот это уже негодная. Эти две вроде неплохие. Хотя ракушек, знаете, здесь не очень-то и много, скажем так. Вот как вы видите, да, ракушечек совсем мало. Это надо идти по берегу уже конкретно, и конкретно только эти ракушки и высматривать. Но есть еще другие пляжи, также у нас на острове, там, может быть, более посимпатичнее. И побольше ракушек. Вот сейчас пляжный сезон у нас закончился. До конца сентября здесь пляжный сезон. С 1 мая по 1 сентября. По 30 сентября. И вот когда он закрывается, этот пляж, то здесь очень любят гулять собачники. Вот вы видите, с собакой идет мужчина впереди. Сзади меня очень много собак. Это здесь по этому месту с собаками можно гулять только после окончания пляжного сезона. Ни в коем случае вы не можете гулять с собаками, когда здесь пляжный сезон. Это вы получите огромный штраф. А вот сейчас пляжный сезон закончен, и люди очень любят здесь всю зиму гулять с собачками. Сегодня у нас 9 ноября, я вам не сказала, но вполне себе тепло. Вы знаете, плюс 14. И очень хорошая погода, нет практически ветра. И очень приятно гулять. Посмотрите, сколько тут у нас собак собралось. Вот я же говорю, что, ну, очень любят англичане собачек.